что выводить 1008. Да, блядь, Антон, да я вашу мать, блядь! How can I be of service? I think we can handle that. А чё, чё произошло? Чё? Бля! А погибла Тревора, почему? Шлюха сама себя убила. Пиздец вы придумали, а? Хватит. Бля, че вы? Пидоры! Антон, мудила! Че мне оставалось сделать? Я прострелил машине спереди себя колеса, ее занесло, и я в тебя въебался. Что мне оставалось сделать, бля? Пиздец! Мудаки, блядь. Встаньте в точку, такие лала. А, пойдем пиздить чувака. А где он? Ну, в баре. Ну, ох, Там тень просто такая была, что похоже, будто вертолет с нами бывает. Молотит лопастями. Да. Самая жопа с распознаванием вещей у людей, которые кричат. Это птица, это самолет. Нет, это Супермен. Супермен. Кстати, если они думали, что это птица, на хера они орут. Представляешь вообще, в каком мире они живут? Ну, человек впечатлительный очень, он выходит такой. О, это птица! Нет, это самолет, блядь! А нет, подожди, это всего-навсего Супермен, все в порядке. Ну ладно. Не чисто логически так и получается, да? Да-да. По факту, ты чувак. Это что? Это Супермен? Да нет, это птица, тогда понятно было. Да, но там получается, что это? Что это? Это птица? Ой, я это самолет? А, Супермен, ну, ок. А, это Супермен все, да, все. Блять, я... Саня, этим нас не удивишь, а вот птица? Или самолет? В таком ебанутом мире только так, по-моему. Это рыба. Представляете, в каком... А потом вы спрашиваете, почему Кларк Кент надевает очки, его никто узнать не может. Там, блядь, там просто, да, там всех слабоумие, лохи лечат.